прямо сейчас рядом сидит голубоглазая дива. Вот это вот, конечно, удивительно. Темные волосы и светлые глаза. Скорее всегда наоборот, очень эффектно. Скорее наоборот, у меня светлые волосы. На самом деле я блондинка с голубыми глазами. Ну, а у тебя прикольные карие глаза. А знаешь, иногда их, когда подкрашивают, они становятся такого коньячного цвета. Вот у тебя сейчас они такие, у тебя немножко синеватые тени и такие прям красивые-красивые глаза. Класс. Ладно. Сегодня вечер посвящен мне. Вот сейчас поменяемся местами, и ты будешь у меня, Юль, спрашивать, как дела. Нет. Я буду выполнять свою работу, ты будешь выполнять свою работу. Слушай, но не нужно делать ничего специального, чтобы узнавать новости о тебе. Они вот открываешь интернет, они на тебя нападают. Например, я вот знаю, что у тебя были съемки с Аланом Бадоевым, новое видео, рассказывай, как, что, почем, какие с мячом. Сегодня у вас состоялась премьера на песню «Держи рядом», и совсем недавно, да, я сняла клип с Аланом Бадоевым. В конце месяца мы его презентуем, но я в восторге, потому что, во-первых, Алан просто потрясающий режиссер, потрясающий персоналити человек, и настолько вдохновленно мы были оба друг другом, мне кажется, это будет круто. Я прям сама уже жду, если честно, потому что меня не было давно, у меня была некая пауза, это вот такая первая работа за много лет. Ты что-то делала, просто это не было так ярко, наверное, как тебе хотелось. Знаешь, у меня была большая пауза, вот именно что касается сингла, потому что 3 года я ничего не выпускала. Это первая работа за 3 года, поэтому я сама этого жду. Песня уже дождалась, теперь видео. Поэтому все ждем. Я тебя с этим поздравляю. И еще поздравляю с тайной свадьбой, о которой пишут тоже в интернете. Не было у меня никакой свадьбы, не было у меня никакого забужества. Я просто я вот. Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот видео, новая песня, 2 детей, наверное, есть мужчина, или ты его уже бросила, или он бросил тебя, или ты собираешь гарем. Что еще происходит в твоей жизни? У меня постоянно что-то происходит, но в данном моменте я начала работать над альбомом, потому что мне хочется уже вот как-то самой, я вся в творческом процессе, концерты, новые песни. Так и мой любимый вопрос, как горло, Юль? Как голос, да, да нормально, так же на том же уровне, я думаю, что уже ничего не изменится, все будет так же, и просто я новая, я другая, к этому нужно привыкнуть. Дети прекрасно учатся в школе, ходят на секции, мужчина мой тоже прекрасно, все у меня замечательно. Так, значит, свадьба пока свадьба, я... ногти у нас нету, одинаковые, ногти у нас одинаковые, мы уже это выяснили, да. Свадьбы пока у меня нету, я не знаю, когда она будет, вы увидите у меня кольцо на пальце. Отлично, мы будем следить за тобой. Спасибо, спасибо. А пока я послежу за Тёмой Шалимовым. Тём, как дела? Что там новенького у тебя?